Дамы и господа, всех приветствую на канале Акимба69. Сегодня у нас в гостях Татвол и Мини Пека. Всем привет. Всех приветствую. Тюбер. Короче, сегодня будем тянуть будем правильно. Татвол просто скажет, как надо вставать, как делать. Он сегодня у нас спикер, сия тренер, мастер. Шпагат. Да. И делать мы будем немножко с высоты, а именно с пуфиков, чтобы не шуметь и не будить людей в округе от нашей силы матушки богатырской. Let's go. Я Егор. Go. Друзья, спонсором выпуска является букмекерская компания Alimbet. Если вы хотите получать больше эмоций от спортивных событий, то присоединяйтесь к Alimbet. Для новых клиентов Alimbet подготовил отличное предложение. 100% возврат от ставки до 10 тысяч рублей, если ставочка не зашла. А по моему именному промокоду Акимбер69 компания дарит приветственный бонус в размере 500 рублей. Переходите по ссылочке ниже и получайте максимум от каждой игры вместе с Alimbet. А мы продолжаем. Я подготовил штангу, подготовил вес. Как вставать мне, Татвол? Итак, сейчас я научу, как вставать. Смотрим. Нормально? Ну, бро, что-то как-то узко. Узко. Да, да, да. Смотри, подожди. Только не кидай. Сейчас, подожди. Все. Да, да. А что я объясняю? Ты тренер у нас. А кто делает больше? Делаю я больше, ну, но ты не понимаешь. А он же у него больше, понимаешь? Да, вот так. Нет, носки вот в разные стороны. А, вот так? Да. И приседать вот так? Что-то, может, мне кажется, он сильно развернул или нормально? Да, слишком сильно, бро. Что-то прям вот так вот не надо. Вот так. Да. Ну, ждать, чтобы в сторону колени было. О, да. Во, это я так тяну. Вот, нормально. И колени в обратную сторону можно? Фу, его сгибается в обоих. Для понимания. Опа, смотрим. Сюда. Я, да, рассказывай, как кинуть. Да, давай, бро. Правда, я вообще никого не знаю. Но это мне не мешает рассказывать, как кинуть, правильно? Рассказывай, почему ты молчишь. Подожди. Мне нужно, мы по методике сокращения амплитуды, да? Да. Чтобы понять, как можно больше веса. Так давай замки повесим, смотри. Не, серьезно. Подожди. Подержи-ка. Нет. Я так и не понял, как тянуть правильно. Не, ну у тебя носки должны быть по направлению колен в стороны. Ну, понял. Видно? Фу. Как-то так, короче. Понял. Нет, реально от него хотел услышать объяснение, не выражать. Да. Он же тупой, как пробка, ебаный в рот. Нет, лучше убрать максимум, реально. Это было ради шутки, замки. Не, будем ебаться. Нет, будем с замками ебать. Ты мне не нравишься, мне нравится мини-пека. Реально? Да. Ну я ухожу. Не, не уходи. Не, я все ухожу. А у меня ролик. Микрофон, ты не можешь. У меня ролик с тобой. Ты соведущий. Короче, становись. Становлюсь. Все, нормально. Теперь подсаживайся. Ну, берись и натягивайся, знаешь, чтобы у тебя все заднее бедро. Ну, натянись, вся зад... натянись, да. Да, натянись. Начинаешь срывать. Ну, не тяни. Натянись, во. О, и колени со спиной разгибаешь одновременно. Ну, я втыкаю раньше колени. Ну, там чуть-чуть раньше. Колени, да. Спина, но оно по итогу... Ты понял, Максим? Я в голове представил, что у меня два колена вылетело вот так. Нет, просто там постоянно, знаете, вот такая ошибка. Потянули, и вот здесь вот, по-моему, застряли. Да, и колени не могут. Спину рано, слишком много. Да, выпрямили, а все, не выпрямили колени. Да. Втыкать коленки прям чуть-чуть побыстрее, чем спину. Прям вот чуть-чуть там, доли секунды прям. Вот так получается. Не-не-не-не-не. Вот, смотри. Вот так, да, понял? А, понял, как будто в отбив. Ну, типа того, да. Сколько добавляем? 20. Послушайте его дыхание. Не, вы не поняли, это не шутка, у него типа реально дышка. Так это все тогда повторение сейчас делается. Хороший спортсмен, не значит хороший тренер. Мало ли он там тянет свои 260 килограмм. Может, тупой, как кто будет? Это я. Я его люблю. Чего скажи? Я тебя люблю. А вы знаешь, вот такую тягу видел? Вот как там тянули, типа, я не помню. Я понял, да. Вот так вот. Я знаю только тягу одной рукой. А сколько у тебя максимум тяга? 260. Блять, пиздец. А у тебя? 210. Хуйня, ладно. Пиздец, за что? Как это тянуть вообще? Не дергай уж, просто натянись так красиво. Ага. Типа. Во, да, вот так. И тяни. Ну, что-то коленка смотрит, понял, вперед, а стопы понял. В сторону.
Что, у тебя штаны все зеленее и зеленее, скажи мне. Согласен. Ну, это не тема для ролика. Смотрите. Так это кастомные штаны. Это я просто с этим, с антитренером встретился. Потерся об потом тебя. Да, да. А, подожди, а надо вот так делать? Да, конечно, поближе, максимально близко. Максимально близко? Ну, стопы разведи немножко, да. Да. Пошел он как-то вправо смещен. Не в центре. Вот, так нормально. Коленочки в стороны и оп. Легко. Ну, что странно. Нет, странно. Что ты странно говоришь? Ну, как-то... Что-то ему не нравится. Не, я вообще не тренер, вы меня видели? 60, 60, 120, 130, 150. Я ни разу не делал 150. А делал же одной рукой вроде. Одной рукой легче. Нихуя себе он... Не, я серьезно, одной рукой легче. Ладно, чтобы не доебаться, смотри. Не 150, 147. Это 320? Да. А, давай, 150. Замки ты сам понимаешь, три замка. А, получается, подожди, 153. Да, бро, давай. Я верю в тебя, бро. Я реально говорю, одной рукой могу вообще похуй. Не, одну не надо, делай двумя. Что, ты говоришь, что ли? Да, я слепой. Ребята, как вы знаете, на протяжении года я уже пользуюсь спортивным питанием BigSNT. Благодаря ним мои связки в норме, я могу бороться каждый день, восстанавливаюсь. Тут есть любая продукция, хоть для набора массы, хоть для похудения, хоть для восстановления своих связок, что я очень обожаю. Вот это, вот особенности, вот эти вот две баночки, я их прям люблю. Поэтому я советую, все ссылки в описании, для удобства есть на маркетплейсах, а именно Wildberries. Что сказать? Продолжаем. Как вы обычно делаете? О, да-да-да-да. Покричи там что-то, поделай. Не, со звуком. Подожди. Не могу. Натянулся и легко. Что-то ты спиной тянул. Еще ноги, легко. Ноги включаешь и можешь тянуть больше. Ой, задница. Ой, все. Не делаю становой больше. Потянул пах. Я не шучу. Бля, вам не опасно играть разнохватом? Я только этого пранк понял. Мужской вес в жиме это соточка? Да нет, 200, тяги 200. Нет, 180 в классике. Да, 200 с умом. 200 с умом? Ну это мы так определяем. Ну мы не мужчины, мы просто так. Не, просто я не сильно жму, но я думаю все равно, что типа сотка это слишком мало. Да, 100 в жим, 200 тяга, присед, не присед. Нет, тяга в классике 180, сумма 200, и приси 180, наверное, тоже. Не, приси давайте без приси, наверное. Ну, приси 180, короче. Самый приси, я делал. Я согласен, татвал мне больше нравится, чем мини-пека. Я поменял свое мнение. За что? Да. За что? Тренироваться я буду с татволом, а кушать с мини-пекой. Ну, что-то как-то грустно, реально. Акимба, давай, есть же! Давай, вообще, Егор. Моя очередь. Поддержи его. Давай, ты справишься. Давай, Акимба. Максим, либо ты, либо не ты. Подержи его. Топ-10 не махай. Давай. Ни разу столько не жал. Ой, не тянул. Не жал тем более. Ладно. Для того, чтобы меня сохранили. Что сейчас было, не понял? Одобряй. Ладно. Ты мастер-класс, поэтому... Сори, штанга. Все, бро. Бля, теперь серьезно, вот как этот вес поднять? А. И честно, одной рукой намного легче будет. Не, ты сможешь, бро, реально. Не, либо сейчас, либо не сейчас. Да. Бля, не нравится он мне. Давай, Максим. Тянулся и оп. И пошел. Оп, легко. Терпи. Ох, жопа заболела. Впервые так жопу напрягалась. Да что ты врешь, не впервые. Не, легко было, реально. Нормально. Теперь ты показываешь мастер-класс. Да, классики. Я жопу начал чувствовать. Ты дурак, на бицепс надо. Не, никогда не хочу. Все, убери. Да. Ты всегда разнохват тянет? Да. Давай.
Интересный факт. Если сказать Егору, что маленький, он будет злиться. Это не шутка. Конечно. Он покраснел. Надо, потому что я сейчас делаю эти грузины. Короче, мастер-класс был пройден. Мы прошли школу тяги Татлова. Да. Я попытался впервые сделать тот вес, который я не делал. Впервые почувствовал свою жопу. Три раза за 10 секунд. Давай еще. Точно видео. Все. Короче, видео двойной мастер-класс. Пека, покажешь, как правильно позировать? Позировать? Да. А я знаю, как правильно позировать. А я знаю, как правильно позировать. А ты не знаешь? Ты что, лет сходил? Ладно, тогда уже узнал. Давай, что-то как тряпка. Давайте, ребята.